Дорогие друзья, сегодня хочу показать вам, какие семена я приобрела для выращивания овощей и зелени. Остановилась я на агрофирме «Партнер», потому что очень много хороших положительных отзывов о качестве семян, о качестве самих овощей, о их характеристиках. Ну, и стало мне интересно, на самом ли деле они такие хорошие. Семена довольно-таки дорогие, поэтому эксперимент будет интересным. Стоит ли платить по 100, по 150 рублей за там 5-10 семян? Либо можно покупать самые дешевые семена, и результат будет тот же, да? Вот, проверим. Семена подешевле я раньше садила, покупала, как бы, ну, супер бума урожая у меня никогда не было. Посмотрим, как будет в этом году. Все вот эти семена. Тут и помидорчики, и баклажанчики, и огурчики у меня. Ну, есть и морковка, есть свекла. Все это мы будем выращивать весной, садить, летом выращивать, собирать урожай. А вот эти семена мы будем сейчас пробовать садить на зимнем огородике, на подоконнике. Это у нас три сорта помидора: балконное чудо, лапочка и земледелец. Фьюджи, перчик. И два сорта помидор: бинго и директор. И всякая разная зелень. Попробуем по чуть-чуть посадить и посмотреть, удастся ли нам вырастить данные культуры на подоконнике. Для выращивания у меня муж сделал, подвесил по моей просьбе лампу, специальную фитолампу. Я вам сейчас это покажу. Вот такое вот освещение мне сделал муж. Вот так вот приспособил лампу. Она у меня будет регулироваться по мере роста растений. Это специальная фитолампа с спектром цветов, подходящим для выращивания растений. Вот тут у меня уже в уголочке сидит пересаженная с огорода петуния. У меня до сих пор петунии цветут, несмотря на то, что декабрь месяц. И вот сейчас мы начнем уже высаживать. Грядочки у меня вот такие вот получились. Кассету я полностью заполнила землей и стаканчики подготовила. Стаканчики большие мы помидорки посадим и перчик. В маленькие три стаканчика мы три огурчика посадим и засадим вот эти кассеты разной зеленью. С огурчиков. Огурчики, семена эти стоят больше 100 рублей, а всего их здесь 5 штучек. Сейчас я посажу 2 бинго и один директор. Ну и посмотрим, как они у нас будут сходить. Как я и говорила, вот ровно 5 обработанных семян. Из директора мы возьмем только одно семечко, все остальные вернем назад. Садим по одному и ждем всходов. Берем стаканчик и, собственно, с помощью спички, можно с помощью зубочистки сажать. Садим верхушечкой кверху, чтобы он у нас легко сходил. Все. Вот такой легкий способ посадки. Потом прольем еще хорошо. И, в общем-то, будем ждать, когда что-то взойдет. Точно так же садим все остальные семена. Мы подпишем маркером, чтобы понимать, какой у нас сорт посажен. Директор.
Мы будем знать, что в этом стаканчике у нас директор. Лампу я покупала на Валберис. Кстати, довольно-таки быстро пришла на мне. И у нее мощность довольно хорошая. Длина 1,5, по-моему, метра. И мощность 35 ватт. Кстати, семена партнер точно так же можно заказать, не обязательно у них на сайте, а можно и на Валберисе заказать. Там чуть-чуть дороже, но учитывая, что доставка бесплатна, то на то, в общем-то, и выходит. Если вы хотите много семян заказывать, то хорошо заказывать у них на сайте. Тогда доставка перекрывается разницей в цене. А если вам нужен какой-то 1-2 пакетика, то на Валбересе можно спокойно дозаказать. Вот сейчас я жду еще. По Валбересу заказала семена базилика рози. И тоже буду садить. Вот так вот все засадили, расставили. На завтра у меня уже приготовлены семена земляники, клубники, еще салатики тут есть. В общем, завтра будем продолжать. А на сегодня всем пока.